Доброе утро, глубоко уважаемые председатели, уважаемые коллеги. Мы все хотим подбирать то лечение, которое подходит к нашему конкретному пациенту, который сидит перед нами. И, конечно, один из способов провести такую персонализацию, это проанализировать какие-то биомаркеры. Причем это не какие-то лабораторные там тесты, да, это просто какие-то факторы, которые мы можем использовать в качестве таковых. Зачем нам это надо? Это надо для того, чтобы понимать биологию процесса, для того, чтобы понимать течение заболеваний. Мы все пользуемся фактически биомаркерами, когда говорим о стадировании меланомы. Это прогнозирование осложнений, которое сейчас немало актуально. И выбор лечебной тактики. Но при этом мы хотим знать, когда нам правильно менять терапию, завершать терапию или продолжать терапию. Какие у нас есть в целом... Что-то у нас тут прыгает сильно... Как назад его вернуть? Итак, маркеры можно разделить на клинически значимые прогностические факторы, то, что отражает у нас опухолевую нагрузку, отражающую биологию опухоли и характеризующую саму иммунную систему. При этом это будет либо однократное исследование, то есть статический маркер, либо мы можем что-то оценить в динамике, что гораздо реже. Как мы это изучаем? Здесь существуют разные очень подходы. Это вариант обогащения, когда у нас исследуются только пациенты с наличием маркеров. Мы все знаем примеры, они не относятся к меланоме, относятся чаще к раку легкого, когда иммунотерапию назначали только у пациентов, например, с высокой PD-L-экспрессией. Это стратифицирующие факторы биомаркера, как стратифицирующий фактор. Здесь как раз по меланоме было много исследований. И критерии... когда решение по лечению какое-то применяется на основе биомаркеров. Но на сегодняшний день, на самом деле, если мы будем использовать динамические маркеры, у нас может исследование выглядеть гораздо более сложно, когда принятие решения о прекращении или не лечении основано на самом биомаркере. Здесь пример, как используется циркулирующая опухолевая, предлагают использовать и изучать циркулирующую опухолевую ДНК при колоректальном раке и возобновление лечения или раннее начало лечения при появлении этого биомаркера до проявления клинических признаков прогрессирования процесса. Если продолжать говорить о самой циркулирующей опухолевой ДНК, то это такой один из перспективных маркеров, который может рассматриваться как некий эквивалент опухолевой нагрузки. Действительно, исследования, которые здесь представлены на слайде, которые занимались именно адъювантной или неоадъювантной терапией меланомы, показывают, что наличие циркулирующей опухолевой ДНК при полном отсутствии опухолевых очагов в целом является неблагоприятным прогностическим фактором и требует более интенсивного лечения для пациентов. И, возможно, мы сможем это использовать не только для определения интенсивности профилактической терапии, но и для определения необходимости вообще проведения этого вмешательства. Надо сказать, что меланома увиальная в данном случае и другая меланома тоже не исключение для этого маркера. Вот представлены результаты интересные по применение табентофаспа у пациентов с увиальной меланомой. Опять-таки, циркулирующая опухолевая ДНК, ее наличие – это негативный прогностический фактор. И более того, именно в случае наличия опухолевой ДНК, даже если у пациентов возникло прогрессирование заболевания, именно эти пациенты получали преимущество от продолжения лечения табентофаспом после прогрессирования заболевания. Во всех остальных случаях продолжение лечения было бессмысленно. Мы знаем, что для иммунотерапии это достаточно важный момент лечения после прогрессирования. И кого лечить, кого не лечить, кто получит пользу, вопрос остается дискутабельным. Возможно, вот биомаркеры помогут нам помочь в этом деле. Что касается необходимости динамически изучать биомаркеры, мы должны всегда помнить, что биологические свойства опухоли изменяются. И это часто касается не тех сигнальных путей, о которых говорил Евгений Наумович на первом докладе. Это касается различных иммунологических параметров, в том числе экспрессии иммуногенных антигенов. И это делает сложным подбор каких-то таргетных лечебных воздействий, направленных на опухоль-ассоциированные антигены, потому что панель этих антигенов с течением времени довольно-таки серьезно меняется, часть из них теряется, часть из них появляется.
Но надо сказать, что и в целом сама иммунная система ведет себя по-разному на разных стадиях заболевания. Здесь представлены вот результаты наших исследований, где было показано, что с одной стороны у нас растет с ростом стадии совершенно нелинейно изменяются иммунологические параметры, растет количество иммуносупрессивных клеток в крови, по-разному меняется соотношение этих клеток среди пациентов, и это является одним из факторов, собственно говоря, развития заболевания. Что касается генетических факторов, тоже об этом мы говорили, что те маркеры, которые мы привыкли считать предиктивными, то есть связанными с эффективностью конкретного лечения, они, в общем-то, иногда являются и прогностическими. Так, например, наличие мутации в гене БРАФ определяет эффективность именно комбинированной иммунотерапии, ее преимущественно предмонотерапии, как здесь показано в исследовании CheckMate. Сам нашим известным CheckMate, который показал длительную выживаемость при меланоме, но при этом преимущества были получены только у пациентов с BRAF-мутированной меланомой. Опухолевая нагрузка – известный маркер для эффективности иммунотерапии, но он также влияет на эффективность таргетной терапии. Посмотрите, здесь результаты исследования Колумбус. Это исследование, в котором проводилось в первой линии терапии, получали пациенты с BRAF-мутацией, энкарфениб и бенимитиниб, новую двойную комбинацию, которая у нас зарегистрирована. И оказалось, что именно пациенты, у которых был низкий уровень опухолевой нагрузки, получали с высоким уровнем опухолевой нагрузки получали наибольшее преимущество от комбинированной таргетной терапии. То же самое касается вопросов активации сигнальных путей. То есть наличие активности сигнального пути, который может обеспечить обход вот этой мутации, мутации в гене БРАФ, также оказывал негативное влияние. В данном случае показан пример с активации в том же исследовании Колумбус параллельного сигнального путя фосфоинositол-трикиназы, где при диком типе мы видели эффективность таргетной терапии, а при его наличии, в общем-то, что монотерапия, что комбинированная терапия оказались не очень эффективным. Если говорить об иммунотерапии, то в целом у нас есть большое количество различных факторов, которые мы можем оценить состояние иммунной системы. Единственная проблема в том, как мы используем эти факторы и какие факторы из многих тысяч различных маркеров мы выберем для оценки состояния. Здесь очень важно именно анализировать то, что скрывается за всеми этими анализами и маркерами, то есть анализировать конкретный иммунологический синдром. И вот их количество уже небольшое. И в наших исследованиях, и в исследованиях зарубежных авторов показано, что существуют три основные группы проблем, связанных с иммунной системой пациентов со злокачественными опухолями, в том числе при меланоме. Это отсутствие реакции иммунной системы на опухоль, это активное подавление опухоли иммунной системы и хатизация благодаря опухолевому воздействию иммунной системы. Все это обуславливается различными механизмами, но приводит к трем основным проблемам. И мы по-разному можем воздействовать на эти проблемы. И, собственно говоря, понимание, какая проблема есть у пациента, может нас подвинуть на выбор того или иного метода лекарственного лечения. Ну вот, как пример, мы пытаемся использовать анти-PD-1 препарат, это основа для современного лекарственного лечения, но для этого должен быть уже предсуществующий иммунный ответ на опухоль. Если этого иммунного ответа на опухоль нет, а может его не быть в том случае, если у пациентов нарушена презентация антигена, мы видим худшую эффективность лечения. У тех пациентов, у которого эффективность лечения, у которого были проблемы с нарушением презентации антигенов, 2,5 раза была хуже эффективность анти-PD-1 терапии. Та же ситуация касается клонов Т-лимфоцитов, то есть их большое разнообразие, появление новых клонов резко увеличивает выживаемость пациентов, получавших анти-PD-1 и анти-CTLA-4 терапию, как представлено в результате вот этого метаанализа, относительно недавно опубликованного. Нужно ли нам оценивать механизмы действия самих препаратов? В принципе, у нас есть маркеры, которые позволяют посмотреть, а как будет действовать препарат и как он будет действовать на иммунную систему в целом. Вот, например, если мы посмотрим на одну из теорий развития клеток Т-лимфоцитов вообще, то они развиваются последовательно от Т-клетки памяти до терминально дифференцированной Т-клетки, которая, собственно, оказывает противоопухолевый эффект. И ипилимумаб как раз воздействует на одну из стадий созревания. Мы можем посмотреть, а происходит ли вот это созревание, переходят ли Т-клетки от Т-клеток памяти к Т-клеткам эффекторной памяти и далее.
И оказалось, что вне зависимости от того, кто смотрел, это такой переход, наличие высокого уровня Т-клеток центральной памяти или наоборот и низкого уровня Т-клеток эффекторной памяти, это негативные факторы, свидетельствующие о том, что вот этот процесс не происходит. Происходит что-то, происходит какая-то другая поломка в иммунной системе, препятствующая образованию эффективных клонов Т-лимфоцитов. И это снижает эффективность антиPD-1-терапии. Эту информацию мы тоже можем использовать. Количество маркеров имеет значение, количество неблагоприятных факторов, причем эти факторы могут быть различны. Это могут быть маркеры воспаления, например, которые все мы знаем, для которых не надо делать что-то специальное, мы можем просто посмотреть, например, на нейтрофильный лимфоцитарный индекс. Он у нас каждый раз есть перед каждым введением препарата, нам просто надо заглянуть в клинический анализ крови. Мы можем взять другие, также известные маркеры, например, C-реактивный белок. Если мы все это вместе сложим, то чем больше маркеров системного воспаления, тем хуже прогноз у наших пациентов. Что касается таргетной терапии иммунологических маркеров, здесь тоже, оказывается, иммунология имеет значение, и имеет значение активность иммунного ответа. При более высокой активности иммунного ответа, высоком уровне ЛДГ, нормальном, высоком уровне интерферона, нормальном уровне ЛДГ, мы видим комбинацию высоких и низких уровней мутационной нагрузки, таргетная терапия по-разному оказывает разный эффект у наших пациентов. Иммунологические параметры при таргетной терапии могут иметь значение и в адъювантных режимах. Здесь приведены результаты исследования нестандартного на сегодняшний день подхода. Это монотерапия вемурафенибом. Это исследование оказалось в целом негативным. Но что интересно, что именно иммунологические маркеры позволяли дифференцировать пациентов, которым поможет таргетная терапия или не поможет. Мы знаем, что для адъювантной терапии это принципиально важное значение – выбрать пациентов, у которых таргетная терапия окажет эффект. Оказалось в этом исследование, что именно низкий уровень CD8 клеток и низкий уровень PD-L1, свидетельствующий об отсутствии активации иммунной системы, это та ситуация, при которой таргетная терапия оказывала своего наибольшее действие, статистически значимое действие. Очень модно в последнее время стало анализировать микробиом кишечника. Это обусловлено тем, что появилась новая технология, который позволяет нам анализировать весь этот микробиом. Идут исследования даже по поводу фекальной трансплантации. И вот эти исследования показали очень интересную особенность. При попытке индуцировать иммунный ответ у пациентов, сделав им такой трансфер микробиома фактически от пациентов с эффектом к пациенту без эффекта, наибольшую пользу получили пациенты, которые стали наиболее отличаться от доноров. То есть встает вопрос, а почему это произошло? То есть явно это произошло не из-за того, что им пересадили правильные микроорганизмы, а наоборот, они смогли нарастить свое разнообразие, нарастить новые клоны иммунной системы. Может быть, вопрос не в том, что смотря на микробиом, мы видим правильные микроорганизмы. Возможно, этим составом микробиома управляет иммунная система, и нам надо посмотреть на что-то в иммунной системе, чтобы понять, кто ответит, кто не ответит, и как с этим можно поработать. Момент иммунопосредственных нежелательных явлений для иммунотерапии имеет большое значение, особенно для комбинированной иммунотерапии и для будущих возможных тройных комбинаций иммунотерапии, где частота нежелательных явлений может быть еще выше. Что нам сделать, чтобы прогнозировать безопасность лечения пациентов? И опять здесь оказывается роль нейтрофильно-лимфоцитарного индекса. У пациентов с низким нейтрофильно-лимфоцитарным индексом оказалась выше частота иммунопосредственных нежелательных явлений, причем это довольно-таки в разных нежелательных явлениях было показано, и для каких-то это менее значимо, для каких-то это более значимо. Так, например, особенно это значимо для иммунопосредственной гепатотоксичности, достаточно тяжелого нежелательного явления. Опять-таки, этот параметр требует только оценки, не требует никаких дополнительных затрат с точки зрения тестов. Мы тоже должны это учитывать и использовать, в общем-то, ту информацию из клиники, которая у нас есть, и для прогнозирования нежелательных явлений, что, в принципе, возможно. Подводя итог, хотелось бы сказать, что, конечно, биомаркеры на сегодняшний день это важная, но, наверное, недостаточно изученная часть
персонализированной терапии меланомы, прежде всего меланомом кожи. И очень важно понимать биологический феномен, который лежит за маркером, потому что с помощью разных маркеров мы можем оценивать один и тот же биологический феномен. Именно его наличие или отсутствие будет определять успех или неудачу того или иного лечения. Очень перспективная оценка параметров, которые отражают опухоли, нагрузку, биологию опухоли, состояние иммунной системы и механизм действия конкретного метода, который мы собираемся применять. Важно все-таки пытаться анализировать динамические маркеры. Они могут быть достаточно простыми и достаточно эффективными. И информация об этой динамике можно использовать для рационального изменения лечебной тактики у больного. Спасибо за внимание. Большое спасибо, уважаемый Алексей Викторович. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы? Алексей Викторович, можно один практический вопрос? Ой, извините, да, коллега. Да. Ой. Пожалуйста, задавайте, пожалуйста. Алексей Викторович, спасибо за доклад. У меня такой вопрос именно по маркеру циркулирующей опухоли ДНК, как маркер, который может нам подсказать, снимать ли пациента антибиорафмиектерапии после 18 месяцев в полном ответе. Потому что есть исследования, они малочисленные, ретроспективные анализы, в основном из Австралии, о том, что пациентов, которые дают полный ответ на ингибиторах биорафмиек, которые лечились больше 18 месяцев, и им отменяют терапию либо по токсичности, либо по решению врача, они живут лучше. Но они пошли дальше, они посмотрели там у маленького количества больных циркулирующую опухоль ДНК, и выяснилось, что данные неоднозначны. 50% пациентов, у которых не обнаруживалось на момент окончания лечения циркулирующей опухоли ДНК, все равно прогрессируют. Так вот, на ваш взгляд, это реальный маркер на будущее? Можно ли это исследовать дальше? Или это пока вообще нет понимания у нас еще какого-то? Ну, скажем так, брав мутированный меланома, это вообще вот достаточно удобная вещь для оценки циркулирующего опухолевого маркера, потому что у нас есть конкретная мутация, как сказал Евгений Наумович, если мы ловим в крови конкретную мутацию, нам проще это сделать, и тут есть и технологические вещи. С другой стороны, конечно, это требует исследования, это может быть перспективным маркером, потому что мы знаем, что при меланоме случаются ситуации, когда мы можем остановить и таргетную терапию в том числе, и иметь длительный ответ. Вопрос в том, насколько длительный этот ответ будет, будет ли он стойким, и все-таки на сегодняшний день мы хотим вылечить метастатическую меланому, а не попытаться сделать это так, чтобы, понимая под излечением, отсутствие лечения, отсутствие прогрессирования в течение длительного времени достаточно стойкого. Поэтому, с моей точки зрения, маркер этот перспективный, он, безусловно, требует изучения. Возможно, он будет хорошо работать не столько в метастатике, сколько в адъювантной именно терапии, потому что клиренс маркера, вот сейчас большое количество исследований прошло про то, что клиренс маркера в процессе адъювантной терапии может говорить о ее успешном завершении, и, может быть, это сократит нам длительность терапии, которую мы сейчас, в общем-то, подбираем эмпирически, а может быть, у кого-то это и продлит терапию. Эти споры уже идут давно. То есть, в любом случае, с моей точки зрения, нам нужен какой-то динамический маркер, который будет говорить о успешности завершения или незавершения терапии. И маркеры опухолевой нагрузки, к которым может относиться циркулирующая опухолевая ДНК, они как раз это одни из таких маркеров весьма важных и ценных. Потому что вот у нас были на предыдущих конференциях тогда вопросы, а как можно в целом оценить опухолевую нагрузку? Это вот один из редких случаев, когда такие маркеры позволяют оценить действительно как-то количество опухолей в организме, потому что радиологические методы, к сожалению, это не способны сделать адекватно.